Завтра свой день рождения отмечает Росгвардия. Вневедомственная охрана – одно из самых мобильных и крупных его подразделений. Под ее контролем свыше 10 тысяч объектов – школы, больницы, магазины, дома и офисы. На одной из учебных тренировок побывала наша съемочная группа. Чайки 22, чайки, примите сработку, сработала тревожная кнопка, хлебзавод номер 2, проходная. И вот так всю смену, 24 часа, принимать звонки, мониторить работу патрулей. По легенде, нетрезвый мужчина разозлился после того, как терминал не выдал ему денег и начал бить платежный автомат руками, распугивая прохожих. Охранник нажимает тревожную кнопку. Через 3 минуты на месте условного происшествия наряд вневедомственной охраны. Нарушителя задерживают до выяснения обстоятельств. Несмотря на то, что задержанное лицо подставное, ему приходится на себе почувствовать силу и решительные действия полиции. Служба во вневедомственной охране связана с постоянным риском для сотрудников, потому что, реагируя на сигналы тревоги, сотрудники не знают, что их ждет по прибытию на охраняемый объект. Должны быть готовы ко всему. Одна из основных задач вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Чувашской Республике – охрана имущества граждан, объектов, квартир, иных мест хранения личного имущества граждан путем реагирования на сигналы тревога, поступающие на пульт централизованного наблюдения. В будни тревожная кнопка срабатывает 3-4 раза в день. В выходные и по вечерам охрану вызывают чаще. Учебные тренировки у нас проводятся ежедневно, согласно утвержденного графика. То есть наряд выезжает по учебным тренировкам экипированно средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны, вооруженным табельным оружием. Сотрудники вневедомственной охраны по учебным тренировкам и скрытым проверкам они не уведомлены. Мы их в целях поддержания постоянной боевой готовности проводим такие учения. Наряд всегда мобилен, оперативен, готов к выездам по любым сообщениям. На счету сотрудников с начала года почти 800 задержаний. Полицейские признаются, приобретенные в тренировках навыки помогают в реальных операциях, но предугадать все невозможно. Поэтому каждый вызов особый. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.